Всем привет! Сейчас я вам расскажу, как поменять клавиши для смены языка в новой Windows 10. Если у вас Windows 10, любая там Pro-версия или там Home-версия, и вы не знаете, как переключить раскладку клавиатуры, то есть если у вас стоит по умолчанию Alt-Shift и вы хотите поменять на Ctrl-Shift, то нужно выполнить следующее. По умолчанию Windows есть еще переключение кнопкой Windows пробел, тогда переключается клавиатура. Но если вас это не устраивает и вы привыкли к своей какой-то там комбинации, то сделайте следующее. Зайдите в меню «Пуск» правой кнопкой мышки, нажмите «Панель управления». После этого здесь нужно выбрать все элементы панели управления. Дальше мы заходим в язык. Здесь выбираем дополнительные параметры. И жмем «Изменить сочетание клавиш языковой панели». И вот оно окошко, где вы можете поменять сочетание клавиш под себя. Нужно нажать «Сменить сочетание клавиш», и здесь уже выбираете то, как вы привыкли. Допустим, это будет Ctrl-Shift. Жмем «Ок». Применить. Все, теперь по нажатию Ctrl-Shift у вас будет меняться клавиатура. Все, всем спасибо, не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Пока-пока.